Приходим мы сегодня на турники, а там занимается уже Тайсон. Да-да, именно Тайсон, но только не Майк Тайсон и не мой боксер Тайсон, а американский стаффордширский терьер и тоже Тайсон. Будем знакомиться? Амстафф и боксер. Два кобеля, два Тайсона на спортплощадке. Погнали! Пошли, пошли, Тайс, пошли. Пошли. Ты тоже спортсмен, да, занимаешься? Пошли, Тайсик, заходите. Прикольно. Не, он воспитанный. Тайсик, иногда я тебя отпущу. Как его зовут? Тайсон. Как? Тайсон. Тайсон? А тебя как? Вот так же. Да? А тебя не Тайсон случайно тоже? У меня нет, Дима. Герман. Тайсик, бери, что там потерял-то стал? Где мячик? Ух ты, хорош, красавец-то какой, а? Мячик где? Мячик ты уже потерял, друг мой. Мяч. Не подерутся из-за мяча? Он отвечает только, когда, ну, на него... Агрессия, да? Агрессия, ну, хорошо, Тайсон, потому что у меня такой... Он даже на свои игрушки. Вот у него взяли, он будет стоять, смотри. Опа! Молодец. Аккуратненько. И потихо. Да, свалили. Тихо, да. Дружок, хороший песик. Дай, давай я тебе брошу. Иди сюда, дружок. Штафик, а вы откуда, с какого района? Заниматься приехал. Иди сюда, хороший ты пес, хороший. Таких тут и редко встретишь, с которыми можно познакомиться. 8 месяцев. Нам 8 лет. Зовешь поиграться, да, Тайсика? Два Тайсона. Я еще Тайсона в 20-м видел став. А так в основном Тайсон. Мы жили в 20-м. Той терьер какой-нибудь. Когда Тайсон маленький еще был. Ну как маленький? И сюда. 2-3 года было. Тайсон. Тайсон, непривычно, когда другого зовут. Мы там всех знаем. Хаски, все. Там один тоже этот живет. Стаффорд рыжий, не помню как звать. У него Леша хозяин. Он взрослый Стаффорд. Может не надо, а то мне кажется сейчас подерутся из-за игрушки. Не, ну Тайсон... Мой-то точно не подерутся, а вот если этот... Ля-ля-ля, лет 5 став. Такая она серьезная. Вот она мяч взяла, вон все, А, ну хорошо. Мы... Не, он не будет не отнимать ничего. Как-то недавно тоже на площадке на нашей Стаффорд тоже играется. Я говорю, к вам можно? Они говорят, да-да, заходите. А у них игрушка тоже была. Но тоже вот зря с игрушкой начали играть. Из-за игрушки они подрались чуть-чуть. Да, но там девчонка была. И то даже вот с девчонкой. Ташик, ты отдашь мячик-то? Малышу отдашь мячик? Ты малышу отдашь мячик? Сидеть. Ну-ка, Тайсон, тоже сидеть. Голос. 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 Голос, Тайсон. Ты-то молодец, а ты? Нет, да никак. А зайку покажите нам? Зайку покажите. Зайка. Тайсон, зайка. Давай, зайка. 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 Ай, че, зайка моя. Опа. Ну, молодец, да. Не отстаивает свой мячик. Хорошо. Да, роженьки, ну извини, Тайсон забрал у тебя мячик. Сейчас отдаст. Сейчас мы позанимаемся и уйдем. Хороший, хороший. Крепыш. Крепыш, какой ты хорошенький. Ой, такой классный. Слушай, ну бывает, оказывается, хороший Стаффорд-то. Я вот, блин, сколько я не встречал, они постоянно. Это от человека зависит. Какой душа ты такой, а?
хорошенький. Да нет, в генетике есть, ну, как бы зооагрессия, да? Да. Опять же, если воспитывать, я вот его, ну, сколько, месяца 4, мы ходили каждый день на площадку собачью. Там больше общались, 10, да, с собаками собак, с детства? Да, там в основном хаски. Ну, и правильно. Они как бы его гоняли, как мяч он у них лежал. Они его пинали, там, кусали, то есть воспитывали очень. И он после этого стал по-другому себя вести, ну, более спокойно. Привык к собачкам, ну, конечно. Такой, такой уравновешенный достаточно. Но он еще молодой. Может быть, все впереди, после года. Да, Тасик? Отдай ему игрушку. Не лает он даже. Не, он, да, вот его хаски, он научили гавкать. По поводу и без повода. А до этого вообще не гавкал. Тасик, иди ко мне, иди сюда. Иди ко мне, иди сюда. Тасик, ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. А краска классная такая. Что, у него твой мяч? Что я тебе могу сделать? Хочешь, чтобы я его пошел на пол? Да? Молодец. Тасик, давай мячик отдадим малышу. Тасик. А? А ты палочку какую-нибудь возьмешь. Ну-ка сидеть. Сидеть, Тасик. Нельзя. Нельзя, Тасик. Ух ты, ты мне чуть палец не откусил. Ну вот, да, ну вот как бы это. Надо очень аккуратно. То есть не в мяч, ну в такой мяч, я в кольцо кидал, и потом прыгал. А ну штафик ты. Да, а ну штафик. Ух ты какой. Какая у тебя кисточка интересная, а? Ну давай, не стесняйся, подбирай. А что ты рычишь, что ты рычишь? Да, нет, скажи, не отдам, не отдам. Сейчас познакомились тоже с двумя дворнягами. Постоянно друг с другом рядом ходили, нас облаивали они. Я говорю, давайте зайдем, пускай они познакомятся. А там мальчик и девочка взрослые. Мальчик начинает, а девочка начинает, а это подключается. Вот как бы они вот так дуэтом. Ну, зашли нормально, познакомились, все. Будем теперь дружить, да, Тасик? Хорош, пес, хорош. Ты очень спокойный. Ты что такой спокойный, друг мой? Скажи, хозяин. Хозяин, забери у него. Эй, Тасик, иди сюда. Иди сюда, Тасик. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Тасик, иди сюда. Иди сюда. Да, еще чуть-чуть, от него ничего не осталось. Не, а он что он там с ним сделал? Не, у нас такой же дома валяется. Съедается, я ему так вот не даю, потому что опять начинает. А, жевать. Если начинает жевать, да нет, Тайс, у него там зубов-то особо нет, у него только клыки, так что он там ничего не сделал. У нас такой же дома валяется, свои вот не играет, чужие. То есть у тебя такой же зелененький дома мячик. Малышок, он хочет нам зайти познакомиться. Хорош, хорош. Может тебе палочку дать какую-нибудь? Дай, дай. Нельзя. Нельзя. Иди сюда. А он ее не разорвет? А вот. Канат. Слушай, не надо.
тащик. Забрал у малыша мячик, а он вон теперь бездельничает. Любимое занятие, да, Тайсон? Вон Стаффан. Ну что, давай, Тайсик, позанимаемся. Выключаю тогда камеру. И не забываем ставить лайки. До новых встреч. Пока-пока.